С 15 июля готовится открыть свои корпуса для желающих активно и разнообразно провести время с пользой для здоровья ребят в лагерь «Юнармеец». По распоряжению региональных властей после комиссионных выездов местной администрации было принято решение начать подготовку к первой летней смене. Была проверена степень готовности и уровень подготовки нашего лагеря «Юнармейца» на предмет открытия его с 15 июля. Комиссия осталась довольна тем, как идут работы, тем, как лагерь обеспечен индивидуальными средствами защиты в условиях пандемии COVID-19. Сегодня здесь, на территории лагеря, работали сотрудники Роспотребнадзора, которые также остались довольны той степенью и уровнем подготовки нашего лагеря к открытию. Юнармейцы планируют провести две смены, каждая продлится 21 день. В этом году количество отдыхающих снизится в два раза, до 160 детей. Спать ребята будут по два человека в комнате. Эти методы приняты для снижения риска заболевания коронавирусом. В настоящий момент полностью набран штат, вожатые, воспитатели и сотрудники творческой группы, персонал, обслуживающий пищеблок и обеспечивающий соблюдение санитарных норм. Вожатые будут заселены в лагерь заранее. У них возьмут анализ на коронавирус, и с этого момента персонал не сможет покидать территорию лагеря, пока смена не закончится. Также для всех сотрудников, работающих с детьми, введен обязательный масочный режим. 9 июля лагерь посетит межведомственная комиссия, по итогу визита которой станет окончательно понятно, сможет ли лагерь принять детей с 15 июля. Лагерь соскучился по детям, педагогический состав ждет детей. То есть уже можно сказать, что практически на сегодня лагерь готов к приему наших детей. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.